Пиналаска. Сама пинараска. Yeah. Она сама мочилишка. Файколка пытается делать рэп. Она не МС, она МС-шка. Прямо не поедем в ресторан. Yeah. Она уже загадала мою письку. Он покалывал меди один раз. И теперь думает, он медийная личность. Всегда буду название программ. Меня ненавидят, но что дальше было? У тебя хуево звучит, рэк-дипичу сделали мастеринг и Маргарите Рис. Если запачкаю Луи ремень, надену свой черный пояс по футболингу сул. Недавно выебал проституточку на стриме, и теперь я твич инфицирован. Все мои факты толстые и точат на гаджеты. Я только что курил Вилсаком. Yeah. Моя тёлка сходила в парикмахер. Но мы потом не болись так долго, что она сейчас снова идет в парикмахер. Я переехал он по машине прямо в клубе по дискотеку аварию. Помню, как увидел космос, в твоих глазах больше не завидовал Гагарину. Мой лучший подарок на день рождения — это то, что я не сижу в тюрьме. Не пидор, но моя жопа всегда в тонусе, ведь мне нужно продать пакет. Я не поменялся с того момента, когда научился сидеть на горшке. Еще недавно меня путали с губкой бобом, ведь я обитал на один. Постоянно пытаются вернуться, напоминая 30. Мне нужно тогда хуя денег, я даже не знаю название таких чисел. И мой крип жесткий, он оставляет лужи, честь него построили лужники. Я крутил ноги, кому рядрел, моему теперь всю жизнь будет больно писать. Она знает будик, но всегда хочет назвать меня Lil Baby. Он написал тут в комментариях, я раздобил его коткой печку. Хочу понять, что чувствует при просмотре домашней порнухи бездомный челик. Или когда слушает голос музыку БТВ, я разобсел муравейник. Мои текста настолько глубокие, сравнимо с лужей на ровном асфальте. Я ненавижу всех свидетелей, меня больше не зовут на свадьбы. Типичный день твоего кореша, и ты типа, бля, кого сегодня сдать бы. Я выебал суку из Греции, 300 раз встань уважение с партией. Моя малыха опаздывает. Сказал ему, что ж не краситься, один хуй поможет только операция. Несу хуйню, но общество одаривает меня вниманием и овацией. Представляю, что чувствуют рэперы, что всегда читают на серьезных шагах. Мой лучший подарок на день рождения — это то, что я не сижу в тюрьме. Не пидор, но моя жопа всегда в тонусе, ведь мне нужно продать пакет. Я не поменялся с того момента, когда научился сидеть на горшке. Еще недавно меня путали с губкой, бобом, ведь я обитал на дне. Yeah. Yeah.